Радуемся полученным легендаркам и вещам 960-го эквипа с сундука. Ага, сейчас бы я на тьму вскрыл. Да-да-да. Послушание. Что это? Это нагрудник, который даст мне до кучи старт. Было хп 421 тысяча, стало хп 889 тысяч. Идеально. Все, за этого пристая больше не зайду. Ну или если еще упадет одна какая-нибудь легендарочка на приста, то уж так и быть. Я зайду на него и, конечно же, скрою. Да. Вот так вот сделаем. Ну и все, и теперь поехали. На всех персонажиков. Вар, паладин, друид и ДК. Я хочу что-то в таком порядке вскрыть сегодня сундучки. Может, что полезного упадет прокнутого. Будет классно. Хм, 75-ю ткань уже кто-то лутанул. Неплохо. И я сейчас лутану что-нибудь хорошее. На всех. Это релик железа? Подумаю по поводу его актуальности. Релик хороший на самом деле. Да. На Блада он был бы бисовым. Опять начинается это. Да и ладно, по-любому нам будут прокать казематы, из которых я могу пытать удачу на дроп этого релика. Шапка. Красота. Так, друидом. Опять релик упал. Что же сейчас на ДК-то упадет? Мне даже страшно на самом деле. Ой, я на друле закрыл 16-й. Серьезно? Интересно. Ну, чтобы упал 15-й с недельного, нужно было закрыть 16-й. Вот. Окей. Тяжко, на самом деле. Да, надо сегодня перед Алло. этим. Чё, нормально? Прохнуло там? Но мне Ну так. запы упали. Нормально. Мне тринка упала с логова Нилтариона. Кристалл Хаоса называется, да? Да, да, да. Нет, очень интересная тринка. На остальных мусор. Так, привет, и там какой у нас этот уровень утробится спокойно, без напрягов на тиранике? 25. 18-й. Ну, типа, без напряга вообще, что, утробку сейчас хочешь? Ну, да, я опускаю. Ну, давай до 18-го, ну.